Некоторое время девочка бегала по квартире, затем открыла окно и сорвалась вниз. От полученных травм ребенок скончался. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия. Тем временем специалисты Минсоцотношений провели проверку в социально-реабилитационном центре Копейска и нашли нарушения в сфере опеки и попечительства. Ребенка отдали на гостевой режим, но не уведомили об этом органы опеки. Что же касается женщины, в квартире которой произошло ЧП, то она не вызывала никаких подозрений. Все характеристики положительные. Данная женщина является в рамках действующего законодательства кандидатом в приемные родители. То есть она, опять же, в рамках предусмотренных процедур прошла школу приемного родителя, прошла проверку с точки зрения медицинских органов. Это все предусмотрено законом, и у нее на руках имеется действующее заключение о возможности быть кандидатом в приемные родители. Само заключение было подготовлено в 2018 году. По закону оно действует 3 года. Теперь в Министерстве соцотношений будут работать над профилактикой подобных ЧП. Запланирована учеба в режиме видеоконференции с разбором нарушений. В программе школы приемных родителей усилят блок, посвященный безопасности детей, как в быту, так и информационной.